Мемориал. Житель Туркменистана разыскивается за религиозность. Власти Китая создают гетто для мусульман-уйгуров. Таджикистан выделил дополнительную квоту для китайцев. Российский правозащитный центр «Мемориал» сообщает, что вечером 6 декабря 2017 года в аэропорту Пулково при прохождении паспортного контроля был задержан 22-летний гражданин Туркменистана Ахмед Джумадурдыев, обвиняемый на родине за чрезмерную религиозность. В настоящее время гражданин Туркменистана содержится в СИЗО номер 4 города Санкт-Петербурга. Вопрос о его экстрадиции рассматривается Генеральной прокуратурой РФ. Представители туркменской диаспоры выражают опасения в связи с тем, что в случае выдачи в Туркменистан Джумадурдыев может быть подвергнут пыткам и осужден на длительный срок по сфабрикованным обвинениям политического характера. Знакомые Джумадурдыева сообщили Мемориалу, что он приехал в Россию на учебу в ноябре 2013 года. В 2014-2016 годах 4 раза возвращался на каникулы в Туркменистан, при этом у него не возникало каких-либо проблем. Примерно в 2015 году начал совершать пятикратную молитву. Последний раз прилетел из Ашхабада в Санкт-Петербург в сентябре 2016 года. 8 декабря 2017 года у Джумадурдыева заканчивалась российская виза. Чтобы продолжить учебу в России, он решил получить новую визу в российском консульстве в Турции. 6 декабря 2017 года при регистрации на рейс Аэрофлота, вылетавший в Стамбул, от него потребовали купить обратный билет. После того, как это требование было исполнено, он был задержан на пограничном контроле как лицо, находящееся в международном розыске. Утром 7 декабря Управление уголовного розыска МВД Туркменистана подтвердила, что Джумадурдыев разыскивается на родине за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. 8 декабря Московский районный суд города Санкт-Петербурга санкционировал его содержание под стражей. Наблюдатели отмечают, что режим Гурбангулы Бердымухамедова в Туркменистане преследует жителей страны даже за соблюдение элементарной религиозной практики. Очередные шокирующие новости приходят из Синьцзянь-Уйгурского автономного района, где в течение полувека оккупационные власти Китая пытаются подавить местное мусульманское население. Около 120 тысяч уйгуров отправлены властями Китая в политические образовательные лагеря в городе Кашгар Синьцзянь-Уйгурского автономного района. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на радио Free Asia. «Из каждого двора, из каждой семьи забирают по 3-4 человека», говорит Омер Кенат, председатель комитета Всемирного уйгурского конгресса. В некоторых деревнях на улицах вообще нет мужчин, только женщины и дети. Всех мужчин увели в лагеря. В лагере правительство Китая перевоспитывает мусульман-уйгуров. Там их заставляют петь революционные песни, изучать идеи председателя КНР Си Цзиньпина и говорить на китайском языке. Кроме того, власти арестовывают и сажают в тюрьму потенциально опасных уйгуров, ставят повсюду камеры наблюдения, принудительно устанавливают GPS-датчики на транспортные средства, собирая ДНК-образцы жителей в возрасте от 16 до 65 лет. Распоряжением Эмамали Рахмона правительство Таджикистана накануне выделило дополнительно 2,4 тысячи квот на работу для граждан КНР. Квота выделена для китайских специалистов и рабочих, которые будут работать на строительстве таджикского участка газопровода Туркменистан-Китай, который составит более 400 километров. Радио Азади сообщает со ссылкой на начальника управления миграции Министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана Майоншо Махмадбекова, что правительство в этом году выделило 7,5 тысяч квот на работу в стране для иностранных граждан. Однако, как сообщили чиновники, и эта квота в основном достанется гражданам Китая. Экономисты отмечают тот факт, что квоты для китайцев предоставляют на фоне существующей безработицы и нехватки рабочих мест, по причине которых жители Таджикистана вынуждены ехать на заработки в различные страны ближнего и дальнего зарубежья. Так, по официальным статистическим данным, численность трудовых мигрантов, выехавших в Россию в 2017 году, составила 936,7 тысяч человек. Режим Рахмона оправдывает происходящее тем, что якобы реализация этого проекта позволит привлечь более $3 миллиардов прямых инвестиций Китая в экономику Таджикистана. Однако известный таджикский экономист Садикджон Насиров придерживается иного мнения по этому поводу. Инвестируя различные проекты в Таджикистан, Китай перекладывает деньги из одного кармана в другой. На средства, которые выделяет Поднебесная, китайские компании покупают технику и материалы китайского производства. Основную работу в реализации проекта выполняют китайские специалисты и рабочие. Таким образом, большая часть выделенных средств возвращается в Китай. Таджикистан же остается в долгах, которые необходимо вернуть с процентами, считает он.